like you will never be. Remember how we were once I will cross the floor. And if you take a step to me, you will feel the music makes you burn. And you don't want return. You will never want to be out here. Every time when you're absent. А мы идем. Куда мы идем? На концерт. Да? У нас ребенок выступает, да. Концерт будет называться «Ступинские звездочки». Мы одеты по-весеннему. Ребенок зимнее снял пальто, я одела весеннее. Сестра вон тоже там по-весеннему одета. На улице даже очень хорошо, пока не замерзла. Я надеюсь, что так все и останется. В общем, немножко вам поснимаю, там покажу, как ребенок будет выступать. Да? Здрасте. Да, вот и место, куда нам нужно. Это зимний клуб. Мы уже идем с концерта. Звездочки оттанцевали. Молодцы. Я вставлю кусочек. Я вставлю кусочек, как они оттанцевались. Мне очень понравилось. Ангелина танцевала хорошо. Был прикол, да, это как девочка одна вышла. Конечно, ну, для кого-то прикол, но я понимаю девочку, как она перепугалась, когда это слова попутала там, да, или что. Я вставлю тоже этот кусок, такой фейл, можно сказать. Что бывает, разволновался человек. Блин, блин. Капец. Ты умерла? Куда мы едем? Курс в кино! На Бэтмен и Супермен.
Никит, как тебе понравился фильм? Да. Мне тоже очень понравился. Всем советую. Не слушайте тех, кто говорит, что плохой фильм. Это точно. Очень даже классный. Мы, правда, в 3D смотрели. Сначала непривычно было в этих очках. Ничего так не видно, непонятно, все расплывается. А потом привыкаешь быстро, вообще классно. У нас, кстати, центр пустой. У нас сколько? 11 часов ночи? 11 часов ночи, еще вечер. Ночи. Вечер. Ночи. Я хочу. Пошли. В общем, мы рулим домой. Купили в KFC. Домой голодающим покушать. Не то, чтобы у нас дома кушать не было. Да-да. Но бывает такое. Хочется какой-нибудь неполезной штуки. Все, сейчас сядем в такси и домой. Спать! А я играть. А я монтировать. Кому что. Все. Кому что надо, пока. Вы едете, да? Как у нас там адрес?